have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами продолжаем Halo, начали мы сейчас с контрольной точки, которая была не после убийства, а вот пришлось нам вот этого чудика заново валить. Он прям какой-то сильный, что ли, не знаю. Я сделал игру немножечко потише, посмотрел прошлую запись, там прям игра была громче, чем я, посмотрим, как будет здесь. Я всего лишь на 2 пункта убавил то, что здесь было, ну... Посмотрим, как оно будет. Если будет слишком тихо... Да, я не то имел в виду, я вот это имел в виду. Продолжаем играть, продолжаем путаться в кнопках, все хорошо. Вау. Не, серьезно говорю, револьвер прям тема. Гломет я не хочу. Так, вот так гранату. Кого-то убил, кажется. А, двоих убил. Хедшот! Ой-ой-ой-ой, как это красиво-то сейчас было, ты прикинь. А гренку я у вас заберу. Принесли мне патроны на револьвер, вообще красавчики. Что-то мне кажется, ребят, все-таки немножечко тиховато, ладно, посмотрим, как это все будет. Извините, как обычно, звук настраиваю, а потом уже по записи смотрю и выходит, как выходит. А тут откуда пушка? Короче, ладно. Мелких можно вот так валить. Иди, найди, и мы можем валить, правильно? Ну, почти что. Заряжай. Кажется, его убил. Сейчас посмотрим. Чуваки с джетпаками, да, они какие-то прокачанные, но все-таки это не босс. Там он выступал еще как мини-босс, но сейчас они, в принципе, никто. Минус. Хорошо. Будем потихонечку разбираться. Это я знаю про Q, спасибо, я просто осматриваюсь. Можно еще сканировать, не забывать сканировать. В общем, да, играл на Pathfinder, если что, я не так много. Ну, кто в курсе, тот в курсе. Третий, четвертый Just Cause я тоже не проходил, только второй. Поэтому управление крюком у меня не такое мастерское. Револьвер неплохо справляется. По крайней мере, с крупными точно. Кто-то будет? Не знаю. Я бы такой, чтобы пошарить по всяким закоулочкам. Эта локация напоминает сразу несколько разных локаций. Я даже не знаю. Так. Сейчас, ребятки, знаете что? Минуту. Все-таки повысил на единичку. Не знаю, как это будет. Кстати, насчет калибровки экрана, у меня где-то
3 или 4 миллиметра экрана внизу, видите, съедается. Я не знаю, как это поправить. Я поставил правильное разрешение, провел калибровку экрана, все дела, но вот... да, ладно, оно, в принципе, не особо как мешает, по крайней мере, пока что. Красивое и искалеченное. Да-да-да. I need to move. There are banished ships everywhere. There ain't no ordinary human. Shut me up! You don't die! No hope! No stay! А он убегает просто в таких случаях, да? Отращивает себе новый щит. Вот тут и нужно автоматическое оружие. Знаете что? Я вот это вот поменяю на вот это. Хорошо. Оно их продавливает. Мне нравится. Тут можно... О, это красное, это взрывное? Иглометы. Я не особо пока что разбираюсь в их оружии. Будем изучать потихонечку, смотреть, как это все работает. На мелких буду использовать быстрое, на больших медленное. Ну, это логично, да? Попробуем таким образом воевать. Подобрали патрончики? Вроде подобрали. А чё такая долгая перезарядка крюка? Сам же сказал, на этих использовать это, а, ну, короче, да. Меня поняли. А, давай сюда. Я тебя сейчас как постреляю, блин. Кого-то убил. О, понял. Перезарядись. Блин, тут прямо исследовать. Жевать не переживать. А, ты большой, иди сюда. Спартан. Хорошее заявление, да? Да, прям в туловище они много впитывают. Я ж тоже так могу. Короче, пойду поближе разбираться с ними. Это вот эти чуваки, которые были в начале уровня, если что. А они прям, ну, они могут быть жесткими. Если не маневрировать, ничего, они прям убивают очень быстро. Револьверчик у меня заряжен. Не туда, но я еще сюда так-то загляну. Тут вроде ничего особенного, ладно, пойдем. Эта штурмовая винтовка на самом деле неплоха, если ей хорошо пользоваться. Правильно, по крайней мере. Лифт. Эта игра мне напоминает сразу несколько игр, так, вместе. Тут у нас и Doom, по понятным причинам, и, блин, я даже не знаю, такая смесь. Вроде как что-то где-то на все похоже, но что-то свое уникальное, я даже не могу, ну, сейчас толком сказать, что, где и как. Так, мне
Угу. Туда. Да! Да, 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 спасибо. А чё так долго летим? Ну понятно же было, что не долетаю, ну серьезно. Что с механикой крюка? Почему? Ух, ну хоть так. Еще пострелять дадут? Блин, тут это вот на Z скан, оно такое, честно говоря, не очень удобно. Наверное, это частично та причина, по которой я путаюсь. Чувачок лопнул. Попал в кого-то. Хоровое пение. Так, не перегреваемся. Ага, вижу. Серьезно? На этом закончилось. А вот это что? О. Вот, там тоже можно бы. Неплохо. Маскируемся. Ну, не маскируемся, прячемся. А, вон. Греночки заодно подберу. Понял, да, понял, я понял. Стоп, это я вместо револьвера взял ту... Ой, блин. Ой, дурак. Кстати, пушки, они очень долго дохнут. Закончилось. Закончилось, отлично. О, кого-то убил. А, дайте мне оружие. Я как дурак бегаю с двумя пустыми пушками. О, игломет. Ну хотя бы что-то. И это зарядил тоже хорошо. У них осталось два чувака. Блин, я понимаю, что этот файт сейчас выглядит прям отвратительно, так что. Да. Убил. Блин, если что, мне убить может. У этих чуваков тоже щиты заряжаются. Убил сейчас. Я этого не хочу, наверное. 30%. Короче, этот игломет, эта штука бесполезная. Где мой револьвер? Где его выкинул вообще? Как мне это в голову пришло? Так.
О, 82% на этой штуке. Нормально, я где-то подобрал боеприпасы. Ох ты ж. Минус один. Остался еще один. 35% не так много, кстати. Taking fire, да, все. Фух, отлично. Это зарядили. Мне нужно мой револьвер будет найти. Я его где-то по дурости выкинул, случайно поменял на что-то, и все, и задница. Печалька. Вот не надо мне тут от этого дальше на ухо. Вообще интересно, за каким оружием мы сюда пришли? То есть он говорит, мы пришли за оружием и прибыли в цитадель вот этих вот ребят. О, это что, души? Предтечи, я не слышал рассказы, но вот такого не ожидал. О, меня эта штука собьет, наверное. Лучше не рисковать. Ну, понятно. Прошло полгода, где ты был-то? Что случилось, где Кортана? Ушла из-под контроля, была удалена, ее больше нет. Кортаны? Это ты ее удалила? Нет, конечно. Ты головой стукнулся? Не пугай меня. Я должна была слепому войти в подсистему установки и сымитировать Кортану и обезвредить. А ты доставить на бесконечность для удаления. Раз ты не ты... Ладно, вот что еще. В случае успеха должна была сработать процедура моего удаления. Вот, я еще тут. Хорошо. Хорошо. Моя программа сбилась, и здесь быть не должна. Мне надо удалить. Нет, я была создана для единственной цели, которая больше не актуальна. Задача закрыта. Есть новое. Изгнанники хотят отключить это кольцо. Мы должны помешать им. Во-первых, что за изгнанники-то? Во-вторых, как ты мог заметить, значительная часть этой установки повреждена, значит, план, ну, невыполним. В-третьих, чтобы включить кольцо, нужен индекс активации. Вот то у Кортана он был, а у меня остались только фрагменты. Что-то помешало тебе удалить. Мы должны выяснить, что именно. Это не входит в задание. Задания меняются. Как они всегда меняются. Уверен? Флешечку. В заставке эта штука казалась мне меньше. А, я вставляю? Ну давай. По NFC мы ее что ли забрали себе? Ты это делаешь? Нет, забрал меня, ты вызвал отклик кольца. Тоже мне понять, у нас мало времени. Да хорош мне шептать в ухо-то. Почему? Там существует до тех пор, пока не иссякнет энергия. Не вокруг нас. Сегодня меня назвали бесчувственным роботом. Они видели лица. 75 здоровых лицов, лично их отобрал, идеальные кандидаты. Я, кстати, ребята, тогда не в курсе, что с Кортаной, и что, где, как. Я же говорю, потому что я не в курсе предыдущего лора игры. У меня куплена коллекция, я в нее обязательно поиграю, но вот будет зависеть от того, на запись или не на запись.
как бы окей, нам туда. Призрак ребенка бегает. Детей. Во. 117. В чем фишка семерки в конце? 47, 117, ну вы понимаете. И что, я слышу, как она зовет меня? Зовет. Зовет, Карл. Ну они же не такие живучие, это, видимо, просто вот этот пистолет никчемный, да? Я думаю, да. Поэтому пока не опасно, буду пользоваться этим пистолетом. А как появятся серьезные ребята, можно будет перейти на автоматическое оружие. У этих такая паника начинается. А, больше нет щита, мы обречены. Ну, так выглядит весело. О, греночки. Н. Вот, буквой Н меняются гренки. Спасибо, рассказали мне. Ну, видимо, мне и раньше говорили. Но я просто провтыкал. Well, an array of sensors in your armor can, and I analyzed the input. You smell fine, by the way. Это был диалог, я его не почитал, но я его услышал на фоне, где они говорят про то, что они странно пахнут, и он удивляется, что типа, а чё, а ты можешь нюхать? Красиво, эти бомбы липнут. Кто убегает? Кто убегает? Иди сюда, блин, утырок мелкий. Он убегает. Винтовка. Это я приберегу, спасибо. Что-то мне резко надоело ходить с пистолетом. Хочу быть, это, владычицей морской. Ау, кто здесь? Look, over there. That's the source. The bridge is out. Yes, it is. Maybe there's a way to power it back up nearby. Nearby, ты говоришь, да? Ну пойдем глянем. Другую картану. Переставка резервного питания. Это нас обучили, значит, да, сейчас? Хорошо, в будущем нам придется заниматься подобными вещами. Окей. Ну что, берем тессеракт. Как хоббита держит, так, опа. Это опасно? Вроде нет, не опасно. It's safe. This. Это часть this меня, я не понимаю, как так вышло, но это я. I don't know why. I don't know how, but it is me. Я помню, это последнее, что удалили, а если я... Let me just... Признайся, ты Картана или не Картана, блин? Хелси, здесь потому что ты избран. Наши враги становятся хитрее, умножают свои ряды. То, что я тебе покажу, поможет переломить ход войны. Стратегический гений корабельного искусственного интеллекта мы перенесем прямо на поле боя. Готов? Да, доктор Хелси.
В отличие от предыдущей модели, она будет прямым связующим звеном между тобой и интерфейсом костюма. Читай еще одна пара глаз. Ты будешь видеть больше, будешь реагировать быстрее. Вы что, ездить до меня будете? Ага. Тебя не заметят, поможет уронить шансы в бою. Как ее называть? Спроси. Она сама себе имя выбрала. Hello, Master Chief. Привет, Мастер Чиф. I'm Cortana. Я Cortana. Вот, это же Cortana, да. Together you become our newfound hope. Вместе вы надежда на лучший исход. Вместе вы наш ключ к выживанию человечества. Она пойдет на все, чтобы ты выполнил поставленные задачи. Даже если придется пожертвовать собой или тобой. Зная эту информацию, я теперь понимаю, насколько крутой была идея назвать голосовой помощник в телефоне Cortana. То есть, это... Ну, да. Это просто данные, они здесь хранятся. Блоки рекурсивного кода. А вот это другое дело. С помощью этой структуры я поймала Cortana. Эта структура содержит копию индекса активации. Точнее, фрагменты. Что нам с ним делать? А он нам нужен? Ну, судя по тому, что ты рассказал, есть вопрос. Поважнее, нужен ли он изгнанникам? Фишка в том, почему он у изгнанников. Или... Ладно. Забирай. Надо будет разобраться, что вообще происходит и почему. У меня много почему сейчас в голове. Ладно, не буду спешить с выводами. Это неожиданно. Валим. Ну что ж, ладно. Пойдем. Я, наверное, таки не против. Что пустила? Тут виден файл, к которому у меня нет доступа. Нужно выход отсюда. Так, ладно, есть пробоина, через нее можно выбраться на поверхность. Мне показалось, что проще было бы пойти нелогичным путем, но там не было файта. А вот, судя по оружию и гренкам, тут, скорее всего, файт будет. Минутку, давай. Секундочку, минуточку. We've got company, Chief. Meet me at the plinth up ahead. Понял тебя. Чё-то, кстати, винтовочка. Мне нравится. Ее не следовало бы выкидывать. Я бы хотел ее перезарядить. Хорошая вещь. По щитам я из нее стрелять не буду. Мне слишком жаль. Ну, прям тема. Все, поехали с автоматической. Смотри, сколько народу уравняли. Oh, no.
Но, блин. Бам! Ну, вроде все. Блин, только у меня патронов не осталось ни на чем вообще. У тебя есть револьвер? Еще вы вообще стреляли? Тут как крокодилы какие-то. Еще вы большие ребята стреляли, погодите. О, есть револьвер. Все, отлично. Я возьму... Не, не хочу. Хотя... Угу. Это я не могу перезарядить отсюда. Отсюда? Могу. Ой-ой-ой, как красиво-то. Все, я в шоколаде. У меня есть ближние, дальние. Тут нам больше нечего делать. Мост дальше, пожалуйста. Вот и быстро. Не тратить время впустую, да? Ну, как бы, да, есть такое. Кого-то убило. Еще кого-то убило. Боник, боник. Минус турель. Не надо, не надо, вот не надо по мне стрелять. А, они ходят, щиты расставляют. Ах ты ж мелкий. Я думаю, кто ж тут гадит-то ходит? Нет, ну, ребят, ну снайпа, ну это же шикарнейшая вещь, вы чё? Пойду еще попробую заперезарядить, если будет возможность. Блин, жаль. Ну, хоть гренки заберу. Супер. От снайпы нельзя отказываться. Если будет возможность... До свидания. Если будет возможность где-то ее перезаряжать или пополнять, эта штука прям вот огонь. Это что-то слишком хорошее. По крайней мере, на том моменте, где это сейчас. Что? Что? Не то оружие. Мне нравится. Дай, please. Сдохни, пожалуйста. А, их можно довзрывать, попадая в эти штуки. Интересные вещи не сразу замечаются, но когда замечаются, становится прикольно. Это не бомба? Ясно. А, так, чтобы аудиозапись, нажмите... Это продолжение про артрита у вас, да? Артрит, услышь меня, да-да-да. Хрюки мулы роняют разнообразное оружие. Хрюки мулы. Ой, можно еще эту автоматическую винтовку подобрать. Ну нет, она хорошая, я не спорю, но нет, спасибо.
Это было вроде как ящерица в Dark Souls, вот это вот чувак, да? О, oh, no. What's wrong? This gravity lift should be powered up. We need to find a way to bring it back online. Почему я и говорю, что снайпа слишком крутая, чтобы с ней расставаться? Просто два выстрела. Так, гравилифт, говоришь, да? Мы можем вот тут пробежать сейчас посмотреть. А, он защищал как раз ту штуку, которая мне нужна. Скорее всего. Я понял, спасибо. It's part of the ring's life force. It's called a power seed. All space, all time. Stars. Ну вы поняли. Stars. Текс. Вообще, я так сейчас думаю, какая у нас была последняя игра, которая не записывалась бандикамом, не хотела записываться. У нас, по-моему, метро, Exodus был. Фишка в чем? Почему я так, типа, ну не то, что горю с этого, ну просто почему-то в программе GeForce не предустановлено, ну, не предусмотрена пауза записи. Есть только остановить запись и включить запись. Это, ну, программа сама по себе очень крутая и пишет хорошо. Мне она нравится. Единственная причина, по которой я ей не пользуюсь постоянно... Chief, stop. How is... Is that a Spartan? Спартанец? We need to find out what happened. Ну, он тут неплохо навалил народу. Еще чем-то Alien Isolation напоминает по атмосфере. Тут вроде не хоррор, но все равно. Модуль усиленного щита, но, блин, ему это не помогло. Bonita Stone, recon specialist. Her vitals have been offline for nearly a month. Cause of death was an energy blade. Она. Different, stronger. A single strike. She never saw it coming. Застали врасплох. Реактор щита установлен. Улучшенный реактор щита позволяет щиту поглощать больше урона перед отключением. Для улучшения устанавливайте модули спартанцев. Так, он установлен, да? Установлен. То есть... Убили одним ударом. То есть... Она тут отстреливалась и всех их убила, а потом ее убили одним ударом. Неудачно кинул гренку, да? До свидания. Да-да-да-да-да, расскажи мне об этом. Просто взрываются хорошо. Иглы вообще штука бесполезная, смотрите. Блин, 10% осталось. Нет, оставлю пару выстрелов, пойду с револьвером разбираться. Уж слишком хорошее оружие. Да, нужно попадать в зеленую эту фигню. Ого, ого, ого! Меня там что-то прям... Кто со снайпой?
Блин, по руке попадать реально тяжело. Вон там, сейчас. Мы этих ребят завалим. Чувак со снайпой. Так, тут тоже могут, кстати, патроны закончиться. Да, спасибо. Все, наконец-то. 50% не так много, но... Вон он, я вижу. Надо будет твою снайпу тоже подобрать. Кто еще остался? О, вижу тебя. Ногу отбил. Чуваку случайно. Неплохо. С этими тоже справляемся. Зарядочка? Есть, хорошо. Плюс 40. До свидания. Греночка тоже хорошо. Я хочу вот эту снайпу подобрать. Ой-ой-ой, куда мы бежим, дружище? Такой защемил. Так-так-так-так-так. Так, тут у нас максимум. А, на 100% у меня все хорошо. Дружище, а ты не подскажешь мне, как ты упал практически на гранату и не сдох? Это было сейчас интересно. Максимум. Да, до свидания. We need to call down the elevator. Да, да, сейчас, секунду. Это, например, он? Ясно. Хорошо. This elevator is drawing power from the ring. Well, it was. The seed is missing. Получается, по максимуму зарядился. Те оружки, которые у меня с собой, они закиданы. Хорошо. Меня вполне устраивает. А лифт... Вот он. Не вот он. Не знаю, короче, ладно, поехали. What are these things? Genetic repositories, forerunner storage vessels. Это интересно. Silexes. How do you know this? I was stuck in that room for 6 months, surrounded. Я застряла 6 месяцев. Let's just say they talk a lot. Они говорят очень много. Что-то реально странное. Так понимаю, что мы сейчас запитаем этот лифт. Да, там... медик с нами говорил, типа... Ну, вы все видели, вы все слышали. Итак, вызываем лифт. This isn't Forerunner. It identifies as banished. Не кричите, аппарат из Нейника. Можем управлять? Хоть во сне, ну то есть я не сплю, но зачем управлять? I don't need to. It's already on its way down. Ну же сам спускается, блин, ко мне едут, да? Incoming. But what if it's a friend? Сейчас. It isn't. Блин, а я могу туда грены в лифт накидать, пока он не вышел?
Ясно, понятно. Да ну блин, я только ему... Вроде убил одного. А иди нафиг. О, греночки. Кто меня там гасит? Стой. Где эти уродцы все? Чувак. Ну не надо только щит мне там восстанавливать. Стой, ничтожество. Стой, ничтожество, говорю. Блин, witness my brutality. Фаталити тебе. Так, из чего ты тут ходил? Спасибо. Это что, гренамет? Дробаш, фу, блин. А ты что такое? А? Вот это гренамет, да? А я могу на это... Ну, снайпу, естественно, заберу с собой. Сейчас я попробую еще... Так, это не получится. Ну что ж, попробую пойти с этим, с этой оружкой. Посмотрим, как на ней боеприпасы будут появляться. Это мы зарядили. Это мы подобрали. Тут еще кто-то возмущался, не? Электричество. Да, что ж ты делаешь-то, блин? Я на ту кнопку нажимал. Взял грену, выкинул. Ну ладно. Грена это не самое... Ну ладно, что, босса мы завалили, я могу свалить теперь отсюда, на этой ноте. Спасибо, я знаю. Sierra 117. Understood. I've been trying to reach you. You vanished. I thought I was on my... Okay, I got your location. On my way. Be ready. Убойная палка, гравитационный молот, уничтожаешь дорогу в ближнем бою, а также отбрасывает на подачу противника. О, тут будет милишная пушка. Ну, то есть, прикольно. Займите позицию над врагами, если у вас есть оружие взрывного действия. Да. Я вас внимательно слушаю. Сохранение контрольной точки. Знаете что, ребят? Тогда сейчас посмотрим, куда мы вообще приедем. Анпост Тримониуса. О, это новая локация, это был мини-босс. Да, ребят, тогда все, давайте тогда на этом моменте заканчивать. У меня есть три вида гранат. А, прикольно, я только сейчас заметил. Хорошо, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.